Новый год – самый волшебный, веселый праздник, которого дети ждут, веря в сказку и чудо. На станции юных техников прошли новогодние утренники. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Кроликом, Бабой-Ягой и Драконом. Ребята с удовольствием пели песни, танцевали. Рассмотри, рассмотри, сколько мальчиков хороших, посмотри. И рассмотри, сколько девочек хороших, посмотри. Участвовали в играх и конкурсах, также отгадывали загадки и играли. Погрузились в мир чудес, приключений, невероятных превращений и сюрпризов. Не передать словами детские улыбки, искрящиеся глаза, детскую радость во время праздника. В конце утренника каждый получил новогодний подарок от Деда Мороза.